Старый дневник в новом издании. Книга Елизаветы Вучейской вышла в свет и скоро появится на прилавках книжных магазинов. Средства для издания повести собирали всем миром из разных уголков России. Якутии, Краснодара, Архангельска, Нарьян-Мара. Люди посылали средства, чтобы книга, которая должна была быть выпущена еще в 1980 году, наконец обрела жизнь. Писать Елизавета Алексеевна начала в 8 лет. И уже тогда на школьном педсовете ее талант высоко оценили. Это был, наверное, третий или второй класс. А я в тот день как раз ходила за елкой. Мы учились со второй смены. Елки нельзя было рубить. Но я подумала, что я маленькая девочка, меня никто не тронет. Я взяла санки, срубила елку и принесла ее домой. Сказала, что будем мы ее украшать. И вот, и, конечно, я вот решила написать сочинение, и я его написала. А потом, через много лет, я узнала, что это сочинение принесла моя учительница на педсовет и зачитывала его. Сказали, что хорошо получилось. А потом, спустя годы, ее книга «Ягоды можжевельника» попадет в руки члену Союза писателей Алексею Печкову. Алексей Ильич тогда скажет, что буквально проглотил рассказы за один вечер и порекомендовал срочно печатать повесть. Так книга пошла в мир. Увидеть мир смогла и повесть «Старый дневник» только через несколько десятков лет. Потому что ее хотели издать в 80-м году, когда еще училась в Герценовском институте. Но там не сложилось, потому что надо было над ней еще поработать. А начались у меня выпускные экзамены, и пришлось это отложить. Я отложила вот до этого года. То есть, сколько лет ушла? Вот, надо посчитать. То есть с 80-го по 15-й год. То есть 35 лет, да? 35 лет. Тогда, в далеком 80-м, юная студентка показывает свой дневник мансийскому поэту Ивану Шесталову. Шесталов прочел их, а потом высказал свое мнение. «Елизавета, поздравляю, ты настоящий писатель. Давай будем договариваться, как напечатать твой дневник». Однако в издательство юному дарованию отказали, заметив, что книга не представляет интереса, поскольку в ней нет общезначимых проблем и героя-коммуниста, который звал бы на подвиги. И вот более чем через три десятка лет книга, в основу которой лег реальный дневник автора, нашла своего читателя в профессиональном училище. Там писательница преподает физику. Ее произведения уже оценили коллеги и студенты. Вот только что дал ручку ей, чтобы она мне подписала книгу «Старый дневник». Хочу ее прочитать. Потому что кто читал, говорят, очень, то есть читается на одном дыхании. То есть в основном за одну ночь все и прочитываю, потому что, ну, как говорят, невозможно оторваться. Начинаешь читать, читаешь. Я дошел до того момента, я говорил уже, что я дошел до момента, где Катя прощается со своим, ну, другом, который мог бы стать ее любимым человеком, но по каким-то причинам. Ну, по каким причинам я понимаю, почему не стал. Но вот как бы так. На этом я остановился пока. Останавливаться на достигнутом Елизавета Вучейская не собирается. Уже выпущены тысячи экземпляров повести «Старый дневник». Часть из них будет реализовываться в Санкт-Петербурге, а часть вернется в родной Нарьян-Мар. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».